Виктор, дай папу послушать. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Наш институт умирает, разваливается во всех смыслах этого слова. Я приезжала в Москву. Виктор Михайлович Сычев. Возглавляет департамент образования. А что творится в образовании, не знает. Поработал бы у нас в институте. Я считаю, что это хорошая идея. Как вам на новом месте? Очень смешно. Смотри премьер.